Здравствуйте, друзья! Мы одни из преподавателей школы Виктора Бойко, Виктория Березанская. Здравствуйте! И Алексей Сахоненко. Здравствуйте! Сегодня мы хотим поговорить о двух таких позициях стоячих, как верхподрасана 1 и верхподрасана 2. Это стоячие силовые позиции. Стоячие позиции, на самом деле, они в исполнении очень просты, но они даются сразу не всем. Это зависит от того, в каком состоянии физическом находится человек изначально. Поэтому мы будем здесь показывать, как оно как должно быть, и упрощенные варианты. А вы уже для себя выбираете, что вам лучше и что вам удобнее. Несмотря на то, что стоящие асаны предполагают, что необходимо как-то напрягаться, на самом деле это напряжение в них оно достаточно локальное. Все тело по максимуму должно быть расслабленным, а напряженным должны быть только те участки тела, которые нужны для поддержания этой формы. И то напряжение, оно не должно вызывать такое, именно когда мы хорошо хотим приложиться и так встать, так чтобы хорошо простоять. Нет, это даже не напряжение, это просто некое усилие, которое поддерживает в тонусе ту группу мышц, которая задействована непосредственно в асане. А так даже в целом мы максимально стараемся снять вообще какое-либо напряжение. А за счет того, что тело задействовано практически полностью, практически все группы мышц, а затем, после того, как мы выходим из этих силовых позиций, из этих стоячих позиций, удается расслабиться очень глубоко. У многих начинающих есть одна ошибка распространенная, особенно для тех, у кого физическое состояние, оно немножко неудовлетворительно, люди не занимались до этого ни спортом, никакой физической нагрузки. И когда они начинают принимать стоячую позицию, у них, как правило, буквально через 5-10 секунд у них начинает появляться тремор в мышцах, но люди пересиливают себя и продолжают оставаться в этой позиции. Здесь это делать не нужно. Только вы почувствовали, что у вас начинает напряжение уже усиливаться, вам необходимо выйти из позиции и в дальнейшем делать выдержку меньше. То есть даже если асана у вас получилась продолжительностью несколько секунд, в этом нет ничего страшного. В этом случае просто можно сделать несколько подходов к асане. И через время, если вы будете соблюдать такие правила, мышцы ваши, конечно же, окрепнут, и вы тогда сможете стоять в позиции уже более дольше. То есть здесь надо просто не переживать на этот счет, а понимать, что у вас просто слабая физическая составляющая. Поэтому подходите к нагрузке для своего тела постепенно. Да, то есть не нужно ставить перед собой каких-то целей, увеличить физическую форму, улучшить ее. То есть если это и произойдет, оно произойдет само по себе. И к этому не нужно прилагать каких-то специальных усилий. Особенно для начинающих каждую позицию необходимо упрощать. И чем проще вы ее сделаете, тем больше вы сможете в ней пробыть, прочувствовать хорошо свое тело, максимально расслабиться, то, чему мы учимся в каждой асане. И со временем, то есть у вас уже будет получаться так, как необходимо, но это не сразу, и к этому надо быть готовым. И давайте рассмотрим вариант, как же выполняется верхподрасана. Итак, друзья, разберем первую позицию верхподрасана 1, и называется поза героя. Становимся в позицию тадасана, ноги чуть уже ширины плеч, и делаем выпад левой ногой назад. При этом у нас таз смотрит вперед, грудная клетка смотрит вперед, и делаем выпад на переднюю ногу. Здесь вес тела необходимо распределить на обе стопы. Поднимаем руки вверх. Прогиб у нас в пояснице совсем небольшой, то есть не нужно делать такой залом. Стали устойчиво. И здесь необходимо расслабить живот, расслабить грудную клетку. И можно ощутить полностью все тело. У нас мышцы ног, они находятся просто в тонусе. Глаза тут могут быть как открыты, так и закрыты. Но если вы глаза закрыли и вы чувствуете, что вас начинает немножко качать, значит глаза откройте и устремите взгляд в какую-нибудь точку в пространстве. Еще раз напоминаем на то, что грудная клетка у нас расслаблена, живот у нас расслаблен. Напряжения у нас почти нет, минимальное. И можем почувствовать свое дыхание, понаблюдать за дыханием. Как только появляются где-то явные такие ощущения, они могут появляться, конечно же, в мышцах ног.
начинают усиливаться. Не спеша распрямляем ноги, опускаем руки и выходим в исходную позицию. И тут же закрываем глаза и все внимание направляем внутрь тела. Чувствуем, какие ощущения возникли в теле. В позиции Вирабхадрасана 1 очень важно положение тазобедренных суставов. То есть, когда мы делаем шаг вперед, то таз поворачивается немножко в сторону. И необходимо его сделать так, чтобы он был перпендикулярно линии ног. Для этого можно представить, что ось, проходящая через линию тазобедренного сустава, она находится перпендикулярно линии ног. И в этой позиции уже поднимаем руки вверх. И опять же помним о том, что если руки, поднимая вверх, становится тяжело, то можно ставить их перед грудью. Ну и рассмотрим упрощенный вариант Вирабхадрасаны. Также ставим одну ногу вперед, другую сзади. И далее делаем выпад уже не полностью ногой, а лишь наполовину. То есть ногу сгибаем не полностью, то есть можно, конечно, согнуть так, как нарисовано на картинке, но если в этом случае возникает много ощущений в ноге, то делать так не нужно, и вполне достаточно того, что нога будет полусогнута, то есть в таком вот положении. Совсем не обязательно руки поднимать высоко, их можно поставить перед грудью. Это позволяет сконцентрироваться на ощущениях и убрать лишнее напряжение из грудной клетки. И в этом положении остановиться и постоять. Дыхание должно быть спокойным, расслабленным. Если дыхание начинает сбиваться, это сигнал к тому, что пора заканчивать и выходить из позиции. Если вы вышли из асаны и заметили, что у вас участилось сердцебиение или слишком активное дыхание, это значит, что вы либо передержали время выдержки, либо сделали слишком сложную для себя позицию, и в следующий раз ее нужно еще чуть-чуть упростить. Если у вас есть какие-то временные проблемы с поясницей, то для того, чтобы выполнять эту позицию, можно ее еще больше упростить. Делаем вперед выпад на правую ногу и просто руками упираемся в эту ногу. То есть таким образом снимается нагрузка со спины. Внимательно следим за ощущениями в теле. Если где-либо возникает боль или неприятное ощущение, то немножечко отходим еще назад, упрощая максимально позицию. Но если у вас неприятное ощущение все равно продолжает, то временно от позиции надо вообще отказаться, то есть и не делать ее. И, друзья, следующая позиция – это Вирабхадрасана 2, та же самая поза в героя, только выпад идет в сторону. Ноги ставим широко, правая стопа вправо, левая нога стопа или перпендикулярно правой, или развернута в правую сторону, туда, куда мы будем делать выпад. Но опять же, то есть, если вам неудобно, если у вас в этой позиции вам неустойчиво, то упростите и поставьте ее перпендикулярно. Делаем выпад на правую ногу. Обращаем внимание, что здесь колено не должно уходить, не делать острый угол, то есть здесь голень у нас перпендикулярна полу. Руки выводим в стороны. Спина у нас находится в плоскости ног. Стали устойчивы, у нас вес тела распределен на две стопы. И мы сразу же можем почувствовать свое тело и подрасслабить живот, грудную клетку. Голова повернута в сторону выпада. Лицо у нас также расслаблено. И наблюдаем за дыханием. Глаза здесь могут быть также закрыты. Но если вы чувствуете, что вас качает, значит, откройте глаза и зафиксируйте взгляд в точке пространства. Когда начинается в мышцах ног появляется уже излишние ощущения, начинают они нарастать, мы не спеша, мягко, без рывков, продолжая чувствовать свое тело, выходим из позиции и принимаем позу для паузы, тадасану, или можно сесть, или можно лечь, и почувствовать, какие ощущения у вас возникли в теле, и максимально расслабиться. Также Вирабхадрасана 2, хоть она и является простой, ее можно так же само упрощать.
Способы упрощения позиции Вирабхадрасана 2 принципиально ничем не отличаются от упрощения позиции Вирабхадрасана 1. То есть принимаем позицию одна нога впереди, другая сзади, и руки ставим по максимуму параллельно полу, смотрим в сторону и ногу сгибаем, но не сильно, так как нарисовано на картинке, а совсем немного. Таким образом, все равно создается достаточная нагрузка на ногу, и это позволяет хорошо прочувствовать те напряжения, которые возникают в ноге. Может так получиться, что с прямыми руками тоже стоять неудобно. И в этом случае руки можно поставить перед грудью. Это позволяет снять напряжение с грудной клетки, и благодаря этому получается более равномерный рисунок ощущений в теле. После того, когда ощущений стало уже достаточно, также, не торопясь, медленно заканчиваем и выходим из позиции. И в тадасане дожидаемся, пока ощущения из тела пропадут и растворятся.